Чат-чат, разберемся, бля. Профессиональные викинги-гопники в деле, поэтому все нормально. Ой, бля. О! Сука. Аня, ты горишь? Аня, воду, сейчас беги, воду беги, воду беги. Что тут у вас происходит, блядь? На 5 минут отошел дрова порубить, бля. Чат пишет, именно для этого вы возле воды поселились. Да, чтобы Аня каждый раз бегала и тушилась потом в этот прям. А вот сейчас не было воды, все, минус один. Артем, идем это разведем, одного тут бегаем. А ну-ка, а если вот так, а? А? Они, по-моему, не боятся, чат, ни хрена. Или боятся. Нет, они не боятся, блядь. Вытолкать ее отсюда чуть-чуть. Все, кровать есть. Так, ну моя... В смысле ты забил мою кровать за этим? За камином, алло, блин. Козырная кроватка там была. Ну. А это отдельная кровать это мне, да? Девочки типа... Я себе там ее строил, ее Мэтт занял, блин. Ну, на четверочку домик, короче, вот. По комфорту. Ну, ясно. Поставьте одну кровать на улице. А по какой шкале? По какой шкале? Кто-то напрашивается на еще одну койку на улице. Чисто табуретка такая стоит у входа. Пойдем искать этих оленей и мочить их. Блять, это олень вообще спортсмен, блядь, они просто не могут догнать все. Вид, где ты должен быть? Я одного убил уже, иду за твоим. На своем номере. На каком номере? Там же в кино так было. А когда по это, национальности охотят? Да. Лови вот этого, блин. Да ё-моё. Есть. Да не оленей, блин. Про ящики слышали? Нет. Повтори. Порядок там. А, ты ящики ведь понастроила? Блять, вот жили как нормальные люди, блин. Как викинги, да? Ну, сейчас опять начнется. В этом ящике пластиковые отходы, блять, в этом стеклянные. Да то все ровно. Пока что нет, но более-менее все налажено. А потом будет именно так, как ты сказал. Я перееду. Трава в отдельном ящике. Камни в другом ящике. Всякая срань в третьем ящике. Давай тогда я возьму рог. Потому что вроде у всех теперь есть, да, он? У меня есть. У меня тоже. Нет, поэтому. О, они три откуда-то оказалось. Ты сомневался, что ли? Угу. Ни разу вообще. Причем одного оленя убили, у него уже три. Да. Мне написали, что я больше не чувствую себя отдохнувшим. Это когда 30 лет наступает, появляется такой дебаф. Вешать? Постоянный. Постоянный, да. Что ты там где? Давайте вы сдохнете от тролля, и я пойду. В смысле? Да мы этого тролля, блин, вообще. Только не убей меня. Я все ждала, упадет на тебя или нет. Дачу сделать председательскую. Там можно беседку сделать, прям вот, чтобы смотреть на Луну. Как этот... Ты прям с языка сорвал вот сейчас. Как этот Кузьмич с тобой, блин. Да. Чтобы сидеть там вечером, этот черный ворон. О-о-о. Где тролль-то? А, в пещере прям сидит? Да. То есть Наля, его не выманить, да, получается? Нет. Пойдем. Готовы кидать? Давай. Твою мать. Блин! Меня убили. Я пошла. У меня 23 хп, я вышел. Он просто ваншотнул Вита? Вита, да. Зажал угол туда. Блять, надо, может быть, щит кто-нибудь поднимет, типа со щитом, кто-то будет байтить его. Ну, сейчас. Которую ты рубишь? Да. Вит, беги, Вит! Да вы издеваетесь. Не троллим, так решили бревном забить мне. Вита такого убил тролля, Вит спасся. Вот это, по-моему, вот скинул. Можно я не пойду в этот раз? Убил? Не-не, он там далеко стоит. Оп! Давай, сюда. Морда твоя. Тролльская. А почему я вышел? Потому что слишком близко подошел ко входу. Давай. Оп! Давай. Ну что, давай. Я почти добила. Оп! Все, блин, изи. Я же говорил, блин. Сейчас, а вы не верили, блин, ну. Вит, ты там где?
Вместо такого только на одно дерево. Так я вроде указано. Ой. Что будет нормально? Ты что там делаешь? Чего еще? Саша не берется, здоровая. Бляй! Блять, чё? Я чувствовал, что что-то неладное сейчас произойдет. Я просто вот знал. Просто знал об этом. Чат, кто заклипает бан? Ай, блять. То есть ты реально решил вот так вот? Да. Но если ты хочешь заново потом строить свои грядки 3 часа после тролли, ну, пожалуйста. Я могу сейчас остановиться и просто влево резко завернуть его до дома. Твой огород не будем захватывать этими тоннелями, ну. Забором отделаешься. Не проплачено. Да. Ну, вроде так ровненько иду. То есть уйдем вот туда, в ту сторону. Ладно, тут разберемся. Надо дальше рыть. У тебя еще дерево есть? Построй. Где тут у нас вход? Ты все сделал? Нет. Построй вот тут. А, нету? Не-не-не, не все. Надо тут, мост построить. Зря. Что такое? Тест-драйв. Пришли тролли? Да. Блять! Как? Да, ну. А я успела. Это мои стрелы, блин, которые я готовил для этого дня. А что, пройти не можешь, да? Что-то ты пройти там не... Блядь, а может? Он прошел. Я там маленький ров сделал. Блядь! У нас тролль в яму попал. Да-да-да, тролль. Если бы. Этот камни кидает, он вроде несложный должен быть. Ладно, не веди к моей грядке. Ему твои пока морковки не нужны. А что, столкнуть его просто? Ну-ка иди сюда, блин. Иди, блин, туда. Все, вот там и сиди, блин, теперь. Не проходите около кабана, пожалуйста, он что-то нервный. А я тут найди кабан. Направо посмотри. Ну, вижу уже. Ясно, он с тобой полчаса времени провел, все, теперь кабан, да, нервный. Теперь кабан тебе ближе, чем мы, блин, офигеть. Посадил, главное, кабана рядом с нашим домом, блин. Не ходите к возле моего кабана. Нормальный был, понимаешь? В нормальном стрессоустойчивом состоянии. Ну. No. Все, пообщался с Аней, все, теперь не подходите, кабан нервный. Этих гвоздей. 80 штук. На корабль. С одного бронзового слитка делается 20. 10 есть. А, да? Тогда нормально. Не 10, а... 6. Сколько? Ну, как бы вот. Аня, что-то опять себе скрафтила там? Не себе, а кабану. Чё ты кабану скрафтил? В смысле, блин? Седло? Дверцу ему там одному скучно было. Ты ему из олова дверцу скрафтил? Мы кровью и потом ходим в лес, деремся с чудовищами, чтобы это олово найти. Я с каменным топором хожу, у кабана есть... Приносим это олово, плавим, короче, его в кузне, и Аня делает из кабана, для кабана дверцу из этого олова. Офигеть. Жалко. Чё страшного? Вообще, до слез жалко, блин. Шашлычка, я думаю, поедим сегодня из кабана. Не поедим. А прибегите в мою сторону, тут много глаз, и мне что-то больно. Не попадается смола, ни хрена. Ну, начинать. Я спокойно добывал руду тут. Трогал никого, он тебя пинает меня. И двое. Ты не стабильный, потому что я долбил киркой. Кто-то подставил, я вообще не ожидал. Игра называется Valheim. Почему вот из всего леса именно твой маршрут пролегал через вот мои залежи? Вот типа... Как так вышло, скажи мне? Да, значит, такой нервный. Все нормально было. Конечно, все нормально было, пока ты не пришла вот тут мимо, не проходила. От кабана ему, походу, передалось. Половина леса, блин, добыли руды на дверцу для кабана, ну ё-моё, блин. Кувита вроде тоже была, нет? Он сказал. Я иду, в целом. У меня есть, я в лагере.
Что ты там делаешь, скажи, пожалуйста? В лагере? Да. Я олово принес, просто у меня полные карманы. Блин, а я же думаю, его убили. И начала радоваться, да? Нет, вот там, а как да, это случилось, что произошло? Ну, а, да? Типа, оп... удивление сделать, хотя бы видимость удивления сделать. Типа, о, господи, вид, что случилось? Ага. Как ты попал в такую передрягу? Может быть, на тебя напало 20 этих, типа, жуликов, которые я вела мимо тебя, пока ты копал руду? Ты неаккуратный, как ты так вляпался? Даже, блин, вот не знаю. Что я предупредила, я еще могу больше пробежать. А ты по ним предупредил, они меня уже кирками били сзади, блядь, сказал. Предупредила. Перед фактом поставила, короче, так сразу на сходу. Вид, сейчас ты умрешь. Просто пробежала мимо, сказал, там сзади гости, блин, у меня уже... Все-таки кабан нервный какой-то у тебя. Ты его не провоцируй. Не смотри, я просто из-за угла выглядываю. Лес движется. Че за лес движется? О, это на нас, походу. Не знаю. Они могут тут спавниться, кстати. Прям. Вот, с воды идут. Ага. Да, с воды идут. Да-да-да-да-да. Мачи козлов. Да, он тупо водолазы, идет к воде, водолазы. Тупо идет к воде и сюда. Водолазная диверсия, блин. Это такие морские котики. Да-да-да. Не, он оплывает, кстати, твой этот вообще в легкую, смотри. Да. Да, я вижу, тут надо иначе глубже ставить. Лес успокаивается. Нетушки, начал движение, доводи до конца. В смысле, на который мы еду готовим? Да, но просто как будто, ну, говорят, что может быть этот кабан на него просто агрит. Хотя специально там... Хватит ломать мой дом из-за кабана. Ты поставила его рядом с моим домом, блин. И теперь начинаешь перестраивать мои тут костры. Перестрой ему этот, блин, загон куда-нибудь подальше. Блин, мне для блюда не хватает одной кабаньей ноги. Нет. Ну, в смысле? Я сейчас отойду, если на месте не будет кабана, я начну с твоего дома. Шайтан, отойди от моего кабана. Это кабана и двор, как говорится. Да-да-да. Аня, ты хотела отходить? Иди отходи. Шайтан, если я приду, я не увижу кабана, ты не увидишь дом, то есть как бы выбирай. Сейчас два кусочка мяса доготовлю. Поехали. Какое? На котором мы смотрим. А-а-а. Так это же древо, на котором... На каждой ветке там живут эти, блин, люди, типа. Как он там? Игдрасиль, или как он там? Так, использовать руль. Угу. Парус, может, кто-нибудь опустит или весла возьмет? Как вообще это все? Я просто крепкая хватка. С это рулевого как... ты крутишь. О, пошел ветер, пошел! Ну все, блин, наконец-то. Фига себе, скоростя, только мы куда, обратно плывем? Мы туда плывем, правильно. Куда? В смысле, все правильно. Сейчас сжигай. Надо несколько сжечь, что ли? Не надо, нет, он сейчас... А, нет, пошел. Вот он появился. Я есть Грут. Ага. Ну, кстати, так себе его стрелы огненные наносит. Корни какие-то еще. Ну-ка, может, корни вот этой штукой... Ух ты, ёб твою мать! Поубирать. Фига себе, 30... Блин! Да, охренеть, а как? Не, корни так не бьются. Аля! А че так больно-то? Шайтаны Чидараул, у хорошего стрима. Ёпта, я вот еще что-то тут призвал. Корни, корни он призывает. Где портал стоит? На острове. За пчелами. Не убили. Ох, бля.
5 корней. Бежим. Сейчас как зайду, как надо. О, это, кстати, ее кайтит. Стол. Так я за ними и прячусь, блин. Я думал, стол ломается. Сзади еще шаман пришел. Там не только шаман, там. Там много кто пришел. Да твою мать, да блин, да просто... Гавер, курсы. Шаманы хилят его! Блин, он будет как-то быстрее восстанавливаться, чем... О, опять дерево падает. Ёб твою мать! Живи! Вид, ты там как? Блин, я только труп собрал свой. Одеваюсь. Босс на меня загрел. Нет. На меня сейчас. Иди, тут деревьев понападало. Хрен пройдешь, блин. Хилит шаман его. Стамины нет! У меня стамина не очень хорошо. Надо шамана убить, он его хилит. Меня убили. Блин, вроде спряталась. Вот стамины вообще нету, что-либо делать? ТФ прожал, когда умирал? Вы все умерли, да? Я живой. Я, да. Я живой. Просто что-то все за мной гонятся. И боссы, и тролли, блядь, и мелкие. Босс на меня сейчас загренный. Ну, сейчас, да. Просто устал уже по кругу бегать от них. Нет, вот такое у меня дерево упало. Блядь, 30 хп. Кстати, поздравляю, он сломал наш портал. Босс? Портал минус. Босс сломал орк, портал? Орк сломал портал. Шибись. Тролль, скорее всего. Тролль сломал портал. С чем я вас всех искренне поздравляю. Второго же... шанса не будет сюда попасть. Там остались ресурсы, его можно скрафтить. А приплыть как сюда? Здесь скрафтить. Корабли. Только не умереть. Сломал-то здесь или дома? Да здесь. Здесь. Где еще может тролль сломать? Может, и тут? Я когда появился, у нас там на острове бегал тип. Блин, где мой лут? Твою мать, все мне, я минус. Мне 16 огненных стрел осталось. Убил тролля. Тролль сдох наконец-то, бля. У кого-то баф еще остался на F? У меня я не трогал. Надо зарядить вид баф. Так поближе, наверное, подойди, или как он там тут работает? Тебя зарядить или куда? Вы портал там создаете или что? Я босса луплю, пока он не особо меня хочет. Блять, у меня лук сломался, серьезно, бля.
Пробуй почини на верстаке, если верстак целый. Я два лука взял с собой. Блять, он призвал! Типов. Надо, короче, в разные стороны разбрестись. Не надо, нельзя с одной стороны стоять. Всем. Где он был-то, блин? Я умер. С стороны воды еще. Сориентируйте, кто помнит, где был портал? С стороны воды. Как тебя сориентировать? Там дерево было, камень рядом. Может, что-то ресурсы пособирал, потому что я тут не вижу ресурсов с портала. Я фулл, я вряд ли пособирал. А тут шишек пол леса она собирала, вот это да. Босс на меня загрен, если что. О, еще и эти тут жулики. Поставлен портал, подключен. О, нашелись. Блядь! Еще что, сдохло? Еще раз. Минус портал опять, да? Чё, реально? Нет. Это минус. Надо его в другую сторону надо увести. Надо. У меня стрелы остались только кремнии. Вы сзади шатаныч. Да, они тоже нормально дамажат. Ходите в порт. Уже. Бля, это вид, а где мой? Где-то вот тут возле меня. Что там по стрелам? У меня 20 стрел осталось. Блин, а почему у меня сломалось и вещи не... Мои вещи исчезли. Ну, ищи свой еще один, где твой труп был, я не знаю. Может быть, нельзя не умирать подряд раза два-три, чтобы у тебя шмотки оставались? Да. Вон, вижу какой-то. Блин, он прям около босса. Самогоночка, шайтаныч, твоя пригодилась. Да я вот тоже, босс, походу, ее сейчас бахну. Давай еще пару стрел, блин. Попал. Все, убили. Фух, бля. Что-то какой-то он нелегкий, скажем так. Ну, нормально, интересно зато. Болотный ключ, трофей древний. Фух. Так,
Ох, Владислав, спасибо за 222 4, рубля. Да? Благодарю. Спасибо за поддержку. А? Фух. Аня, подойди. Я кинулся, мне дали какой-то второй. Один. Вид, бьет. Бегаем. Вид, возьми ключ, вот тут лежит. Вот такой, у меня только левее. Левее. Блин. Вот. Ну, ключ от чего-то. Значит, где-то должна быть берлога его. Так, второй раз вызываю, готово. Ты что, прикалываешься? И твой тут труп что-то делает. Короче, пока Ани нет, предлагаю сделать здесь тайдик от Ани, короче, вот здесь. Чисто этот, как его, казну переносить сюда. Да. Олово и прочие эти полезности, бля. И кабанов, главное, утащить оттуда. Олово это фигня, если ты кабанов оттуда утащишь сюда, это будет фиаско. И это будет опасно, поверь. Пускай заначка, да-да-да. Слишком любопытно будет крутить на колесико мыши, чтобы карту посмотреть. Не думаю, что это произойдет. Может, похлеб какие-то с рыбы еще есть, кстати? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.